для жеребцов 2 лет. Чистокровной верховой породы в боксах. И дан старт скачки. Лучше всех принимает диффузор. Диффузор повел. Тут же Тайшет. Фадом. Далее Хайгром. И замыкает Скайгарден. 200 метров пройдены за 15,5 секунды. Диффузор впереди. На втором месте Фадом. Тайшет третьим. Хайгром четвертым. Скайгарден замыкает. Впереди диффузор. Фадом вторым. С небольшим отставанием Тайшет на третьем месте. Хайгром четвертым. Далеко сзади Скайгарден. 500 метров до финиша. Лидирует диффузор. 500 метров пройдено за 32,4 секунды. Выход на финишную прямую. Компанию выводит диффузор. Фадом вторым. Диффузор лидирует. На втором месте Фадом. Третьим Тайшет. Хайгром отпадает. Лидирует диффузор. И, похоже, ему уже никто не помешает одержать победу в пробном призе. Пробный приз выигрывает диффузор. Фадом финиширует вторым. На третьем месте Тайшет. Далеко сзади четвертым Хайгром. И замыкает Скайгарден.